наш динамичный век многие хотели бы приобрести автомобиль. Однако купить его сложно, а аукционные цены большинству не по карману. Что же делать? Очень просто. Выиграть его в лотерею ДОСААФ. И этим вы поможете не только себе. Выигрыши все. Таков девиз лотереи ДОСААФ. Эти спортсмены, соревнующиеся в комбинированной эстафете, воспитанники ДОСААФ. Свыше 11 миллионов юношей и девушек активно занимаются техническими и прикладными видами спорта в оборонном обществе. В воздухе заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, народный депутат СССР Любовь Георгиевна Немкова. Я начала заниматься самолетным спортом в аэроклубе ДОСААФ в городе Волгограде. Вместе со мной начали заниматься многие десятки молодых ребят и девчат. И мне бы хотелось выразить благодарность всем тем, кто принимает участие в лотерее ДОСААФ, за то, что вы предоставляете нам возможность, нам всем, многим десяткам и сотням тысяч молодых людей, заниматься техническими видами спорта, этими прекрасными видами спорта. И кто знает, кем в будущем станут эти парни и девушки, легко парящие в небе, летчиками-испытателями, знаменитыми авиаконструкторами, или продолжит дело первого космонавта Земли Юрия Гагарина, который шагнул в космос, как и многие его товарищи, из аэроклуба ДОСААФ. А эти отчаянные ребята вполне возможно станут создателями или капитанами сверхскоростных атлантических лайнеров. Одним из источников финансирования этих видов спорта является лотерея ДОСААФ. Ежегодно в двух ее выпусках разыгрывается 1280 автомобилей «Волги», «Жигули», «Таврии», а также большое количество разнообразных товаров на общую сумму 40 миллионов рублей. Нам очень хочется верить, что в этом году и вы выиграете «Волгу», как выиграл ее одессит Петр Иванович Щербань. Как вам повезло? В чем секрет? Секрет очень прост. Купил один билет, ничего не выиграл. Разозлился. Потом купил 70 штук билетов. Результат перед вами. Желаю и вам удачи. И мы присоединяемся к этому пожеланию.